Как он спал и просыпался? Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправлялся в постель, он обычно говорил: «С именем Твоим, о Аллах, я оживаю и умираю». И также каждую ночь, когда он ложился спать, он складывал ладони, поплевывал на них и затем читал: «Скажи, он Аллах один». И скажи: «Обращаюсь за защитой Господу рассвета». И скажи: «Обращаюсь за защитой Господу людей». И затем протирал ладонями по тем частям тела, куда мог достать, начиная с головы лица, затем передней части тела и затем остальные части. И проделал он это 3 раза. И также, когда он хотел лечь спать, ложил правую руку под свою щеку и затем 3 раза говорил: «О Аллах, защити меня от твоего наказания в тот день, когда ты воскресишь своих рабов». Когда он просыпался ото сна, говорил: «Хвала Аллаху, тому, который оживил нас после нашей смерти, и только к нему предстоит наше возвращение». И затем чистил зубы мисваком. Обычно он, саллаллаху алейхи вассалям, спал в первую часть ночи, а во вторую ее часть совершал ночные молитвы. Иногда он не мог спать в первую часть ночи, когда был занят делами мусульман. Спали его глаза, но сердце его не спало. Когда он, саллаллаху алейхи вассалям, спал, никто его не будил, пока он сам не просыпался. Сон пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был слишком продолжительным, не слишком коротким, а был средним. И такой сон является самым полезным.